Приветствую вас, Валентина. Ну, смотрите, отвечая на ваш вопрос, да, как мне перейти на следующий уровень и справиться с этим, я могу сказать только одно: психотерапия. То есть вот посредством психотерапии вы можете с этим справиться. Вот. Точнее, даже не справляться, а перейти на новый уровень. Но, знаете, меня несколько, вот честно, меня несколько смущает то, вот как вы это все подаете, как вы это все говорите. Вот, меня это смущает. Я, ну, попробую донести до вас вот то, почему меня это смущает. Значит, давайте обо всем сейчас по порядку пойдем. Мне 20 лет, у меня глубинное чувство вины. Чувство вины — это чувство долга. Да, чувство долга перед, значит, родителями своими. Ощущение, да, что вы им чего-то должны, да, ощущение, что вы чем-то им обязаны. Вот, и, соответственно, чувство вины, что вы, ну, не оправдали надежды, скажем так, их. Вот. Это первое. Значит, соответственно, это то, на что нужно обратить внимание. Дальше. Я пытаюсь с этим справляться. Ну, с этим не нужно справляться, это нужно исследовать и раскрывать. Дальше. Недавно я это поняла. Также поняла, что на протяжении многих лет я сдерживала гнев и злость по отношению к родителям, особенно к отчиму. Смотрите, есть причины, по которым вы этот самый гнев сдерживали. Есть причины. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы сами над этими причинами поработали или позволили бы нам это сделать. То есть, о чем я говорю? О том, что вы подавляли свои чувства, да? Вот. Вы подавляли свою реакцию. Вот. Вы зажимали себя. Вот. И у этого есть причины. Причины, как правило, кроются в обесценивании себя и страхах. То есть вы боялись чего-то. Чего вы боялись, также нужно выяснять. Дальше. Когда я это поняла, начала испытывать чувство утраты, что у меня уже не будет никогда таких отношений с родителями, как мне хотелось бы, что я уже выросла. Природа такой реакции связана, как правило, с позиционированием себя какой-то не такой. С позиционированием себя какой-то неправильной, с позиционированием себя как, ну, как определенный такой, определенный ущербный, в определенной степени ущербный, вот, и так далее. Вот. То есть проблема в этом.
заключается, по большому счету. И, ну, я надеюсь, что понятно, что речь идет о том, что вы себя вот ну, в какой-то степени не принимаете полностью. Вы себя в какой-то степени отвергаете, ставите себе какие-то условия, вот. А вы ставите себе какие-то ограничения, вот. Ну, благодаря которым вы могли бы быть лучше, например, вы могли бы, ну, быть более там, успешной, например, и так далее. То есть суть она такая, суть она в этом заключается. Да. Ну, к сожалению. Дальше идем. Я чувствую себя в замешательстве, все еще чувствую гнев, также одиночество, как будто у меня нет семьи. Ну, смотрите, одиночество, как будто у меня нет семьи, и это все, при всем моем уважении к вам, это, ну, скажем так, не совсем про отсутствие семьи. Потому что семья у вас, она, ну, справедливости ради, отсутствует уже давно. Вы говорите, что живете одна в стране, значит, другой, и встречаетесь вы только с молодым человеком. Вот. Поэтому одиноки уже давно. Дело не в одиночестве, а в том, как вы воспринимаете отсутствие собственной семьи. Да? То есть дело в том, как вы именно относитесь к тому, что вот у вас есть какие-то трудности с, ну, с построением семьи, к примеру. Вот. И что вы о себе думаете, например, ну, в результате этого? Какое у вас, ну, мнение о себе самой, например, в результате этого. А вот это то, что важно. И, как я полагаю, мнение ваше, оно о себе очень изменилось. Вы чувствуете себя неправильной, вы чувствуете себя какой-то не такой, вы чувствуете себя как-то еще плохо. Вот. Дальше. Я сейчас учусь в другой стране, живу совсем одна, ну, как совсем одна, если с молодым человеком вы в отношениях непонятны. И, к сожалению, на моем курсе я не могу найти людей, близких по духу. Всех только волнуют тусовки и бухло. Ну, смотрите. Опять же, что значит близких по духу? То есть, что конкретно вы имеете в виду, говоря близких по духу? То есть, близких по духу к вам. Близких, значит, к вашим ценностям.
Хорошо. А какие это ценности? То есть, ну, если вы говорите, что ну, не можете найти людей, близких вам там по духу, то получается, что люди не соответствуют ну, вашим ценностям. А что это за ценности? Ваши. Что они себя представляют? Насколько вот, допустим, вы их ну, принимаете, к примеру, свои ценности. Это очень важный момент. Потому что если вы одновременно и имеете какие-то ценности и в то же время обесцениваете их же сами в себе, допустим, то в таком случае я боюсь, что есть проблема. Ну, проблема взаимоотношений с людьми, потому что не принимая себя, вы не можете принять других людей. Вот. И опять же, если, ну, вот как вы говорите, людей интересует, значит, тусовка и бухло, то это не просто так. То есть у этого есть, скажем так, определенные, ну, причины, определенные причины, из-за чего все так. Поэтому смотреть чуть-чуть глубже нужно. Дальше. Я интроверт, откуда вы знаете, меня никогда не пугало проводить время одной. Вопрос там не в том, пугало или нет, вопрос в том, как вы воспринимаете это время, проведенное одной. Значит, так, сейчас у меня тревога и одиночество. Ну, тревога — это игнорирование чувств ваших. Вот, я очень рада, что это все осознала, что у меня есть альтернативные отношения. Ну, смотрите, по большому счету, вы говорите о том, что пытаетесь заменить одно другим. По большому счету. То есть вы пытаетесь заменить свою, допустим, ну, какую-то вот неполноценность, да, вы пытаетесь заменить вместо одних отношений другими. Вот. Ну, к сожалению, проблему это не решит. Но вашу. Потому что вы как были в дисгармонии внутри себя, вы так и остались. Дисгармония внутри вас никуда не делась. Вот. К сожалению. И это требуется корректировать. То есть это по-прежнему также нуждается в корректировке. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Идем. Вы пишете, что у меня, значит, 5 лет вместе с молодым человеком, который меня полностью принимает. Но это состояние уже слишком затянулось, и на это уходит очень много энергии. Как мне перейти на следующий уровень и справиться с этим? Через психотерапию, Валентина, но только не через справление с этим, а через раскрытие и проработку.
Ну, условно говоря, можно назвать это таким вот, ну, просите, что ли, то есть, помочь вам именно вот пережить это и помочь вам раскрыть свои чувства, да, раскрыть все свои стороны, вот, которые, ну, о которых до этого вы, вероятно, не подозревали даже. Я думаю, ну, я думаю, примерно такая история, я думаю, вот именно, ну, именно примерно. Примерно так. Вот. А дальше. Отношения с вашим молодым человеком и уверенность в себе необходимо дальше поисследовать, потому что есть вероятность, что он в этом у вас тоже определенные сложности могут быть. Вот. Поэтому во избежание проблем лучше, конечно, это будет поисследовать. То есть, вот, ну, с этого можно сделать на психотерапии, выбрав любого, в принципе, специалиста, который вам придется по душе. Вот, и которому вы, там, условно говоря, захотите, ну, довериться, да, вот, которому вы расскажете им все, что вас беспокоит, вот. И с которым вы, ну, пойдете, вот, отправитесь в это, ну, в путешествие по исследованию себя. Такой вот ответ. Надеюсь, что это было вам полезно. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.